Владимир, доброе утро! Заметили, на улице весна, солнышко светит, птички поют, красота! Утро доброе! Конечно, заметил, Танюша, ведь я просыпаюсь с первыми лучами. Лови загадку. Желтый одуванчик по двору идет, желтый одуванчик зернышко клюет. Кто это? О, наверное, цыпленок. Молодец, умница. А давай сегодня приготовим омлет в виде этого маленького пушистого комочка. Нам понадобится, как всегда, то, что есть у каждого в холодильнике. Вчерашняя лапша, немного овощей, масло и яйцо. Так-так-так, с чего начнем? Замиксуем омлет. Мужики, вам совет. Как отличить вареное от сырого? Нужно покрутить. Реактивное оно вареное. Танюша, возьми вилочку и взбивай, а после будем жарить. 2-3 минуты на среднем огне. Как у тебя хорошо получается, кому-то повезет с такой хозяйкой. Омлет будем жарить на сливочном масле. Так, вкуснее. Пока наш омлет жарится, будем сервировать. Бери тарелку и вчерашние макароны. Сделай из них гнездо. Какой красивый желтый, как солнышко. Осталось немного, украсим его. Из перца сделаем гребешок. Из помидора будут крылышки. А глаза смотрите сами. Какой цыпленок точно поможет ребятишкам проснуться с утра. Так что, ребята-цыплята, утро доброе! И приятного аппетита!